Опять какие-то ребусы. Сейчас войдем здесь, все посмотрим. Тут есть сундук, который мы могли бы выпустить. 20 золотых в сундуке. Какая нелепость. Змея. Птица. Отравленные стрелы. Там внизу подсказки были. Птица. Птица. Рыба. Там рыба. И оставшийся знак, наверное, тот, который мне поставили. Птица, там рыба, все правильно. Теперь попробовать нужно. Сработало. Я не то хотела сделать. Вряд ли мы сможем его убить руками пламени. Здрасте, здрасте. Иди вперед. Там я хочу уже с мечом побегать, они меня все убивают. Ну как так? Кто меня убил? Господи. Они криком вблизи могут убить, но, скорее всего, меня убили с помощью стрел. Я покончу с твоей лживой натурой. В общем, я просто покончу. Дальше у кого как фантазия подскажет. Да ладно, приперся, ты понимаешь. Сейчас мы магию будем забирать этого чудика.
там с магией-то побольше? Снижает регенерацию магии на 100% в 10-30 секунд. Отлично, регенерацию снижает. Ну, какой магии. Да отстань ты призывать своих драугров, помощников. Смертный чар. Что я захотела во второй XCOM поиграть после того, как мой стрим накрылся медным тазом. Нет, их магия-то бесполезняк, а другой яд нужен. Так. Запасы сил, то, что надо. Спускайся к нему. Да, моему призрачному оружию хоть бы что, что-то там придумал. Поворачивается он. Добивай этого лучика. Вообще-то опасно. Он спрятался. Ты убил? Слушайте, а Дримор что ли? Полег у нас. Он промахнулся, к счастью. Добили. Сколько этих дроугров, они когда-нибудь закончатся? Олдуин выбрал пещеру. Эти дроугры бесконечно, да? Может, он еще магии помог их воскресить, но он наоборот пожирает души. Нет подходящего камня, иначе бы мы поглотили эту сильную душу. Ну ладно. Пустой. Я жалуюсь, что там 20 золотых. Этот вообще пустой, оказывается. Не, ну вы даете. Пригодится. Призрачный лук всегда под рукой. Его случайно не оставишь и не отдашь кому-нибудь. Например, напарнику. Услышал нас. Специально забросил сюда. Вазу с чем-то воспламеняющим. Хотя, может, случайно, но по уровню так задумано. Ты иди вперед, Дримура. От яда надо выпить. Сопротивлением ядом. Thank you.
Следующий пошел. Что он там говорит? Тоже на языке Дова. Кина. Это моя была ошибка. Это я прогнала Дримуру. Можно было бы Обливин пройти, но не сразу после Скарима. В общем, много чего можно. Так, видите, с моим компьютером, оказывается, ничего нельзя. Все камни либо заполнены, либо не хватает, да? Амулет. Всего на 10 единиц. То вначале мы могли этому порадоваться. Сейчас наши запросы выросли. В магии, в зельях, в эликсирах. В посохах. Так что фи, 10. Ой, мамочки, тут 10 единиц. Поднимайся сюда. Просто воспламенится это все. И лучниками это вообще очень все опасно. Ой-ой-ой. Нет, лучше розу с огнем напрягать. Точно. Сама я туда вставать не стала, но решила воспользоваться этой ловушкой для Драукра. Так, тут все сгорело. Стрелы, отмычки. Стрелы драугров я не беру. Дримурчик, подвиньте, пожалуйста. Я уж испугалась, что это ловушка какая-то. То есть незрительно к этому относиться. Угу. Решила сделать так, чтобы это прогорело, и мы пойдем дальше. Угу. И так. Ну, еще какая-то ловушка сработала. Вот это.
Луна, то, что сокрыто внутри. Главный военачальник, его завалить будет сложно. Надо с упадком сил что-то выпить. Не выпить, а использовать, что это я всем хочу угробить Давакина. Отнимает у цели 130 единиц запас, то что надо. Мимо. Отлично. Я надеюсь, это действует на призрачные стрелы. Смертный червь. У него и его давно уже нет, этого сердца. Так что я опоздал лет к нас миллиончик. На 100 000 лет. Да, у него было сердце. Вы не поверите, но все когти я отдала Брелине. Алмазный коготь. Все когти у Брелины. Как мило. Брелина, нам нужно найти Брелину. Так, сейчас мы где? Мы где-то там. Внутри, ну через какую пещеру мы зашли? Я не помню. Просто замечательно. Конечно, невозможно. Мне нужно идти обратно, да? Сколько я таскалась с этими когтями, и потом решила все перекинуть разом. Вы прикалываетесь, да? Какое-то издевательство. А как у меня нет алмазного этого когтя, как я буду проходить дальше-то? То есть меня сюда принес Дюрнивир. Ой, Дюрнивир. Его зовут-то Адавинг. Отсюда я не могу перенестись, потому что сюда так не доберешься на ногах.
Может быть, здесь у нас должен быть этот алмазный коготь, а я его пропустила в самом начале. Давайте проверим. Ну, конечно. Я не сохранилась. Исцеление. Так не пройдем. Их очень много. Смогла улететь. Зажали меня здесь в углу, в тисках. Фус! Угу. Yeah.
Давай, добивай его. Кровь поглощена. Что у нас там со способностью? О, у нас 3 способности новые. Так, я хотела что-то вот здесь хотела. Обнаружение всех существ, даже двумерских механизмов. Превращение неуязвимое облако тумана, позволяющее восстанавливать здоровье и магию, запас сил. Так, а что у нас тут? Я там уже все прокачала. Все, в принципе, можно исцеляться от вампиризма. Превращение в неуязвимое облако тумана, позволяющее восстанавливать здоровье. И теперь здоровье можно восстанавливать. Все вокруг замедляется. Это у нас супер рефлексы. Вот это вот надо попробовать. Все вокруг замедляется. Так, всех убили. Да, я не знаю, где у нас алмазный коготь, и я пропустила эту дверь. Может быть, у Брелина, может быть, мы ее здесь пропустили. Я сюда не заходила. Здесь нужно все проверить. В замкнутом пространстве было очень сложно убить. Еще показаны какие-то опасные тут существа. Внизу или где? Так, еще одна дверь какая-то есть. Отсюда еще драугры могут вылезти. Там дверь. То есть мы можем с кулдафом попасть. А это выход. Снизу мы зашли, здесь вышли. Здесь дверь. Южная башня. Нету здесь никакого алмазного когтя. А здесь двери тоже нет. Мы отсюда перенеситься не можем. И что нам тогда делать, если у меня нет алмазного когтя? Штак.